Всем привет, мы Дипы по полочкам. Хай. И сегодня мы вам покажем способ, как может быть полностью неуязвимым к любому урону, там, к любым атакам, просто ко всему. Погнали. Так, что нам для этого нужно? Нам нужен мод Витчер. Можно еще там крафт использовать мод, но Витчер, в принципе, одного хватит. Что мы делаем? Берем для начала голема. В данном случае голема из плоти. Берем у него ДНК. И берем ДНК у того, кого мы хотим сделать полностью неуязвимым. После чего нам понадобится вампирическая кукла. Вот так, не сильно сложно. Конечно, нормально. Так, кладем куклу, после чего берем свое ДНК. И ДНК того, на кого мы хотим перенаправить весь урон. Кладем ДНК того, на кого хотим перенаправить справа, а свое слева. Ну вот, в данном случае вот так. И получается крафтим куклу. Да? Да. Ок, вот у нас есть куклы, привязанные к голему. Они должны перенаправлять урон от меня к нему. Может продемонстрировать, собственно. Проблема. Я выкину. Минус урон. Кукла, соответственно, ломается. Так рано или поздно он умрет. Таким образом, можно поставить голема в приват, в котором нет, допустим, вот этого персонажа. Соответственно, он не сможет бить голема. И по голему урон не будет проходить. И получается, урон просто будет никуда уходить. Да? Угу. Ну и вот. Только будет кукла ломаться. Например, на Simple Minecraft я так бегал на арене, и всякие челики били меня халидами, и не могли понять, что происходит. Да. А я был голем. Только надо запастись очень большим количеством кукол. Угу. Вот. Либо же, не используя приват, можно поставить много и долго вместе. А когда они вместе, они неуязвимы, как мы знаем. И взять у них ДНК. И... да. Только будьте аккуратны, потому что они любят телепортироваться во всякие разные места. Так, ну и вот, насколько все привязаны на Мога, и получается, когда мне персонаж меня бьет, тут из инвентаря полезу. Тут голем умер. Мне урон вообще не проходит, тут ломаются, им тоже урон не проходит. Если это стандартный урон, то он будет перенаправляться. Единственное, что не работает, это, например, рука смерти. Потому что она работает совсем по-другому. Вот таким способом можно, получается, легко ходить на PvP-арену и быть бессмертным, неуязвимым ко всяким разным типам. Независимо, сколько у тебя урона, там хоть 1000, хоть 10 000. Хоть тот же самый клинок разложения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Давай, 12, 13, 14. Еще раз. 16. Да, 16 ударов. Да, ну вот, одна кукла умеет, получается, 16 прочности и спасает от 16 любых ударов. Хоть то удар магии, хоть то удар просто физически. Ну, а на этом все. Сегодня мы узнали, как быть бессмертным на разных серверах. Заходите там на PvP-арену, удивляйте всяких школьников с халидами. Да, не забывайте про kubach.net. То есть там сейчас проходит тестирование сервера 1.12 RPG. Заходите. Окей. Ну да, ждите новых видео. Ну и всем пока. Пока.